Укроп – одна из самых распространенных и постоянных трав на нашем столе. Ведь кроме исключительных вкусовых качеств, укроп обладает множеством полезных и лечебных для здоровья свойств. В зелени укропа содержится витамин С, каротин, никотиновая и фолиевая кислоты, а также многие ценные микроэлементы, такие как соли кальция, калия, железа и фосфора. В листьях укропа имеется тиамин, рибофлавин, а также флавоноиды, углеводы, пектиновые вещества и набор минеральных солей. Благодаря такому составу укроп эффективно регулирует работу желудочно-кишечного тракта, понижает давление и благотворно влияет на сердечную деятельность. В силу полезных свойств он способен облегчить симптомы почечных заболеваний. А еще зелень укропа мгновенно облегчает головную боль и помогает справиться с бессонницей. Свежую и соленую зелень, семена и эфирное масло укропа применяют в кулинарии. Его добавляют в мясные, рыбные и грибные блюда, холодные закуски и салаты. Тонкий ароматный оттенок придает укроп супам. Хорошо сочетается с горячими блюдами из свинины, баранины, телятины, курицы, индейки, утки и рыбы. Им также сдабривают кисломолочные блюда и начинки для пирогов. Приятного аппетита!